Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Артём, машина! Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознули. Все около дома с антенной. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить. А топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача – поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она может и потянет, не быстро только, но и недалеко. Мотор ли такого веса слабоват, да и соляры столько взять негде. Да, была бы солярка, Аврора и сама бы справилась. Это как? Так она многотопливная. Есть и колосники под уголь, и обмуровка с лода с форсунками, поджидкое горючее. А чего ты раньше не говорил? Так вы раньше не спрашивали. Система подачи в рабочем состоянии? Надо смотреть. Вот с крестом и посмотрите. Мы самое ясно посмотрим, да только соляра от того у нас не заведется. Судя по тому, как местные лихо разъезжают на машинах, достать дизельное топливо тут будет проще, чем уголь. А с водой как быть? Без нее никуда, а баки пустые. Давайте решать вопросы в порядке поступления. Ну, пошли, значит, посмотрим, что там с теми форсунками. Его чистить все надо. Идем. Чисто. Всем привет, вітаю всех. У новій серії проходження граю на 300 з українською. Так, і нам... Давайте подивимось, що у нього тут на розвідку собираєшся. Глянь, пригодиться. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там все несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Да, разумею. Так, требуем аптечки. Так, пока что нам патроны не потребнее. Все окей. Дихарь нормально. Так. Ні, це нам не потрібно. Так, ні, ну це нам мені не потрібно. І на дихарь у нас. Тихо. О. Так, це. Ну все, можемо йти. Куда нам там идти? Ага. Фух, а солнышко-то припекает.
Окей, занимаем оборону. Ты давай в хвост поезда, идет к паровозу. Я тут пока наведу порядок, потом Степана перенесем. Здесь прохладнее, чем в вагоне. Задача ясна, ваш благородие. Разрешите приступать? Ха-ха, разрешаю. Ну, я пошел. Давай, я тоже пойду. И тут-то надо пожуровать. Так. Угу. Давайте пошукаем, что тут. Может, вот тут что-то есть. Нет, тут ничего. А, там я вижу... Ой, бачу якийсь будиночок. Давайте туда и сходим. Ой. Я еще не зробив патроны на ванш... на ашот. Давайте тоді поміняємо патрони тут, бо у мене цих незапальних багато. Опа. Мінус один. Є тут ще? Ого. Другий. Вам. Тепер можемо йти. Є тут ще хтось. Ні, нема. Можемо йти. Так, а тут? Опа. Ще мінус один. Так. Опа. Ух, о. Да ну. Ай, ай-яй-яй. Буря? Ого, так давайте поскоріше, обшукаю тут. Все. Так, в вагоні ми не будемо йти, у нас... Час піджимає. Блін. Як це я так мог забути про патрони? Опа. Давай. Опа. Якась нова рушка. Ще є щось? Пусто, все побігли. Так, ту будівлю. Я заодно будемо відбиватись. Тихо, тихо, давай. Блін, патрони закінчились. Давай, давай, запальнемо будемо стріляти. О, так це хороша штука. Запальні патрони. Так, давайте тепер по швидкому обшукаємо тут усе. Так.
давай, давай, давай. Быстрейше. Я не хочу попасть под бурю. Попасть. Давай. Так, все обшукали? О, теперь точно все. А теперь побегли. Давай, от машина, она тут близко уже. Ай! Давай, ай! Все. Давай. База, ответьте! Поезд! Поезд, говорю! Давай, сюда! Иди ты в жопу, база! Так. Тут. Блин. Давай, давай. Вот так вот. Опля. Все, и все. Вот еще один. Все. Так. Ух. Тут мене не чіпає, то жара. Так, тут є щось? Ага, тут просто радіо. Ну ладно. Давайте сюди. Так, тут потрібно бути обережним. Бо я не хочу знову попасти під цих звіролюдей. Опа, оружку. Зря ви к нам сюди приїхали. Було близько. Так, опа, якась нова зброя. А, давай. Скоріше. Так. Давай, 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 сюда. Опа. Фух. Пеши немає. Ну что? Они меня. Ну давай, давай, смотри. Вот ты где, дружище! Откапывать тебя не надо? Да не, не потребно. Вылезай тогда! С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится? Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже... Ну да, машинка такая хорошая. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там.
Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать так за окрестностями базы. Но как освобожусь, может отправлюсь к тебе. Мне аж на край карты ехать. До встречи. Ну, давай. Давай. А я поеду себе. Все, поехали. Так. Я бачу якийсь корабель, я не думаю, що там воно щось є. Того, що там багато щось. А що якщо їх збити? О! Братва! Всем сообщают, что на нашу территорию подвалили какие-то гастролеры на паровозе. Это странно. Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашения соваться себе дороже. Гости, видать, из непонятливых. Ну или издалека. В любом случае надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальные пока готовить тачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Ой, я вообще бачу меня. Всем отбой! Барон сказал! Артём, Дамир, новое задание. На связь вышла местная жительница, Юнь. Она находится на маяке, отбивает атаку бандитов. Если поможем, готова провести нас в центр связи. Такую возможность упускать нельзя, поэтому поможем. Но аккуратно. Ну, давай, да поможем. Выполняйте. Конец связи. Ну, все. Так, давайте пошукаємо тут поблизу. Щось є? Опа, корабель. Так, що тут у нас? Ой, пастка. О, граната. Прикольно. Граната. Це мені так повезло. Ой, мені б краще сюди більше не їхати. Давайте по-быстрому підемо сюди. Так. В машині є щось? Так. Ага. Сюда. Ух ты. Вот все так. Я дягну ПНВ. Бо тут. Ой. Добре, що я не попався. Так. Так, пистолетик. Ой-ой-ой.
все, ми це прибираємо. Паски. Так, давай. Сюди. Давай. Да, вижу, точно. Ну, заправно уже шарик по углам. Так, у мене є калаш? Ух ти, аж цілих 33. Ну і взагалі, все зробило вже по ходу. Так, давайте. І чого вам це забили? Довго цю славку охраняти? А от нарватися... Він, воно у мене ще пілікає. Опа. Є. Бачу. І... Оп. Оп. Є мінус один. Шухер, братва! Братва! Супер! А. Тихо, мовчи. Я когось чую. Він придеться стрілятись. Так, тут проходимо. Так, прибираємо пастку. Ага. Мені, значить, сюди. Певно, так. Та, мені сюди. Ще на останнє. Цього, я думаю, вистачить. Опа. Ще один. Санітар! Віжу противник! Ай! Ще придеться стрілятись. Є? Все, більше нема. Айло, в мене попали. Давай сюди. Якась ненадійна конструкція, знаєте? Да, якась ненадійна конструкція. Тепер мені потрібно по-тихому. Стою. Башка лошая тут ніяк. Всіх не перестріляєш, баба!
Хоть один, но до тебя доберется! Че он встали на шевелись! Вперед! Так, где я тут? Вот же лава, пока на раз валит, а лава тяжелее! Сама такая же! Вот они! Вот помощь мне пришел! Сейчас вас сама совсем быстро убивать будем! Где же барон? Ай. Почему не пришел еще? Хорошо бил этот собака! Так, еще двое за машиной. Получай, шайтан! Ай-яй-яй! А, бачив. Ай-яй-яй. Давай. Опа. Поехала далее. Yes. Весь собака добьем, чайки будем. Все тихо, да? Никто нет уже? Сюда иди, да? Да не, нема. Ой. Шо? Мамда, слышали ты? Он враг, ты его убивал! Ты друг, думаю! Дверь бегину! Ты стой, я лифт опущу! Окей. Давай. Все, я так понял, лифт. Так вот и лифт. Сюда иди, где лифт, да? Ну что, давай. Так, я тут шось. Тут пусто. О, тут наветь светильник я. Прикольно. Ого. Ты Артём, да? Ну да. Проходи. Кто убил Мунай Бай, мой друг? Мунай Байлер народ гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала, офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен? Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Ну что, давай-то. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Ну давай. Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Так, печатка аптечки. Но у патроны тебя выбор нет. Так, снайперские патроны. Так, сильно мне потребнее. Давай-то на калаш, на сброю. Так, что там на калаш? Ешись, обрядикайся.
Так, не обрейду на майле, потрібно почистити. На цю пушечку. О! Вже щось є. Так, що тут? Ну, вона тихаря, як завжди. Так. Опа. Так, це нам потрібно. Так, ну все, можемо йти. Давай. А, ти тут. Готов? Нет? Скажи тогда. Торопись, да? Да война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Ого, це все було люди море? В звері превращав. Нічого собі, як воно висохло. В звері превращав. Не сам по себе. Нефтяной собака превращав. Море уходив. Нефть оставался. Угу. Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил. Он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался. Ну, прямо ще вірш. Ну. Це пішла. Так. О, так, можна обшукати. Ну. Один я сюда ходил. Один знаю, ага. Как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз, пауки. Пауки? Ой-ой-ой. Видишь, проход здесь. Туда лез, потом я. Ого. Чё себе. Як замасковано. Ого. Та так ти маленько. А. Електричество що? Давно не. Включить надо, ворота відкривати надо. Окей, йдемо шукати. Опа. Так, ні, це для дверей. Ти зрозумів, що закрито буде. Так, а тут є? Ну, так ні. Де ж вона? Опа. Можливо тут? Опа, знайшов. Все. Має бути. Ну. Опа. Готово. Вниз не перейди, потом налево. Там проход есть, узко. Угу. Я здесь остался.
За электричеством следить, чтобы не выключал. Угу. Окей. Ну, поехали.